Три года назад на площадку в Хомутово зашел инвестор. В один момент работу получили 80 местных жителей, что не могло не порадовать администрацию района. Нам приятно то, что в район зашла компания, которая у нас развивает именно рыбный завод. Мы начали получать от них налоги в виде НДФЛ и других налогов в наш районный бюджет. Поэтому, конечно, на сегодняшний день это очень важно для нашего района. И мы стараемся их тоже поддержать, создаем им благоприятные условия. В 2016-м компания подумала о расширении производственных мощностей. И сегодня в районе у них появилась уже вторая площадка. С рынком сбыта проблем нет, говорит руководитель завода. В основном это идет Москва, Санкт-Петербург. Есть у нас дистрибьюторы и в Иваново, и по Лапшин. Давно уже с ним работаем, знакомы уже давно. Есть и в Нижнем Новгороде, это ИП «Гирин». Тоже давно работаем, также поставляем в Челябинск. 40 наименований рыбной продукции поставляются в торговые сети. 100 тонн ежемесячно выпускают на радость любителей солененького или вяленого. Сырье закупают в Астрахани и на Камчатке. В Орловской области рыбку вялят, пакуют и отправляют на склад готовой продукции. Не случайно мы сюда приехали. Во-первых, поближе познакомиться. Во-вторых, все-таки понять, чем мы можем помочь. Потому что, конечно, надо дать должное. Коллеги развиваются собственными силами, опираясь, надеясь на себя, но мы также можем здесь поспособствовать и выходу на рынки дополнительные, в ниши, в том числе и в первую очередь на рынке Орловской области, чтобы наши потребители могли попробовать воблу, скажем так, приготовленную в Орловской области. Вобла, лещ, горбуша, приготовленные в Орловской области, пока доступны жителям больших регионов, где присутствуют супермаркеты «Пятерочки», «Дикси», «Седьмого континента». Обязательно будут и в орловских магазинах, пообещал зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».